Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире канала «Архиз-24», программа «Здоровье» и я, ведущая Динара Бадахова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Правительство Российской Федерации утвердило очередной нормативный акт, регулирующий работу Госфонда для помощи участников СВО «Защитники Отечества». Принятый документ посвящен экспертному совету, который должны возглавить руководители рабочих групп здравоохранения и социального обеспечения. Состав участников совета будет определен отдельным актом. Основная задача экспертов – формирование перечня лекарств, медизделий и технических средств реабилитации для обеспечения ветеранов СВО. Правительство Российской Федерации легализовало до апреля 2025 года оборот немаркированных лекарств на территории присоединенных к России регионов. Тематические постановления также запрещают вывоз немаркированных препаратов в другие субъекты страны и обязуют вывозить их из оборота лекарств, направляемых наоборот, в новые регионы. Оборот лекарственных средств без маркировки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях одобрен до 1 апреля 2025 года постановлением правительства номер 977. Документ также допускает оборот в России лекарств без маркировки, предназначенных для поставки в новые субъекты Российской Федерации и ввозимых территорий стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Постановление разработано для постепенной адаптации системы мониторинга и правил маркировки и последующего перехода к единой системе, пояснили в Минпромторге. Перевозка лекарств без маркировки будет допустима только в пределах новых регионов и по территориям приграничных субъектов. При этом в сопроводительной документации должны содержаться сведения о конечном пункте назначения и о грузе получателя. Минтруд установил перечень специальностей иностранных граждан и людей без гражданства с медицинским образованием, которые могут получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Ведомственный приказ вступит в силу в течение 6 месяцев после опубликования, то есть в декабре 2023 года. Упрощенная схема позволяет сократить срок получения гражданства Российской Федерации до 1 года и менее. В приказе Минтруда перечислены должности иностранных специалистов с высшим медицинским образованием, обладатели которых могут претендовать на упрощенное получение гражданства. Среди них анестезиолог-реаниматолог, бактериолог, гематолог, детский онколог, уролог-андролог, хирург и эндокринолог, врач здравпункта, инфекционист, кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, неонатолог, врач общей практики, онколог, оториноларинголог, офтальмолог, патологоанатом, педиатр, в том числе и участковый, врачи по медицинской реабилитации, паллиативной помощи и приемного отделения. Урология является частью медицины, имеет непосредственное отношение к качеству жизни пациента. О том, с какими жалобами обращаются к врачу-урологу, мы поговорим с гостем программы Абайхановым Ангаром Сагитовичем, врачом-урологом, андрологом, главным врачом клиники здоровья. Здравствуйте. Вы врач-уролог. Расскажите, пожалуйста, какие заболевания лечит уролог и с какими жалобами чаще всего к вам обращаются пациенты? В первую очередь, врач-уролог – это врач, который лечит заболевания мочеполовой системы у мужчин и также заболевания мочевой системы у женщин. То есть это цистит, пиелонефрит, это мочекаменная болезнь, это что касается мужчин и женщин. А что касается исключительно мужчин, это, скажем так, воспалительные заболевания мочеполовой системы. То есть это может быть и простатит, уретрит, архит, аденома предстательной железы и так далее. Расскажите, пожалуйста, каковы основные причины этих всех заболеваний? Основные причины, вы имеете в виду каких заболеваний? Воспалительных? Которые вы перечислили. Основные причины – это наследственный фактор, может быть. А также это может быть, скажем так, стиль жизни, образ жизни, да, питание. Также еще как бы среда, например, в нашей республике, да, то есть не секрет, что наша республика это эндемичный регион по мочекаменной болезни, поэтому здесь очень много, например, мочекаменной болезни, поэтому заболевания могут быть распределены в зависимости еще от географии. Скажите, пожалуйста, из всех перечисленных заболеваний, какая патология наиболее актуальна среди всех урологических болезней? Я думаю, что это аденома предстательной железы. То есть в основном ей страдают мужчины после 40 лет, скажем так. Многие пациенты путают аденому простаты с онкологическим заболеванием, с раком предстательной железы. На самом деле они ничего общего не имеют. Аденома предстательной железы – это доброкачественное заболевание. В основном, конечно, она появляется после 40 лет.
И вот ее частота встречаемости у мужчин от 40 до 50 лет составляет 25%, ну, что как бы уже немало, да. И после 50, от 50 до 60 лет, то есть это, скажем так, эта цифра возрастает до 50%. Ну и дальше, чем выше, скажем так, грубо говоря, возраст пациента, тем больше вероятности, что у него будет аденома, да, у пациента. И уже к 80 годам эта цифра приближается к 90%. Вот, и вот, да, и здесь такой момент еще, что не все пациенты, да, то есть с аденомой предстательной железы, они имеют симптоматику, то есть она не у всех проявляется, и порядка только у 40% пациентов мы имеем симптомы, и из этих 40% только 20% мужчин обращается к урологу, то есть это получается каждый пятый. То есть и всех пациентов, да, то есть с симптоматикой, а их 40%, на прием обращается только 20%. Это очень мало. Собственно говоря, поэтому мы здесь сегодня и сидим, потому что эта тема, скажем так, не исследована. Многие мужчины боятся, да, то есть обращаться к урологу, в том числе, ну, это обусловлено еще и страхом. То есть, ну, здесь наша задача немножко рассказать пациентам, что это такое, что на самом деле это все не так уж и страшно, если все сделать вовремя, да, то есть не довести до осложнений. Скажите, пожалуйста, когда нужно обращаться к врачу-урологу? Есть ли какие-то симптомы, о которых пациент может сам заподозрить у себя какое-либо заболевание? Да, конечно, имеются симптомы. И вы знаете, в данном заболевании, то есть не так, как во многих заболеваниях, например, симптомы не всегда они связаны со стадией заболевания, грубо говоря. Поэтому, например, может быть стадия уже последняя, а симптомов нету. И наоборот. То есть, ну, основная группа симптомов – это симптомы раздражения мочевого пузыря, то есть и обструктивные симптомы, то есть это симптомы механического сдавления. Симптомы раздражения – это такие, как учащенное мочеспускание, постоянные позывы, то есть пациент начинает уже вставать по ночам, да, то есть от одного до двух раз, то есть это начало, скажем так. И обструктивные симптомы – это, скажем так, связанные с мочеспусканием, это может быть ощущение неполного упражнения мочевого пузыря, вялая струя мочи, ощущение закладывания струи мочи. Какие на сегодняшний день существуют современные диагностические методы данного заболевания? Ну, на самом деле мы всегда начинаем со сбора анамнеза, то есть когда пациент рассказывает историю, это уже как метод диагностики, да, то есть мы уже понимаем, что к чему. Потом вторым этапом мы делаем исследования, то есть мы пациенту проводим УЗИ простаты, то есть там есть определенные нормы, то есть если пациент выходит за эти нормы, ну, например, это может быть объем предстательной железы, если объем простаты выходит за нормы, то есть мы уже говорим об аденоме. Вот. Потом по УЗИ простаты мы можем также увидеть в мочевом пузыре камень, это как следствие осложнения данного заболевания. Также можем увидеть остаточную мочу по данным ультразвуковой диагностики, она уже, например, появляется при второй стадии. Потом также есть такой метод, называется урофлоуметрия. Это, скажем так, он измеряет скоростные показатели мочи. То есть, ну, грубо говоря, то есть пациент подходит, то есть мы просим его помочиться в специальный резервуар. И буквально через уже минуту этот аппарат нам выдает уже данные. То есть там есть такие параметры, как средняя скорость мочи, максимальная скорость мочи, то есть средний, скажем так, общий объем вылитой мочи, то есть время мочеспускания. И уже по данным, скажем так, по данным параметрам мы выставляем обструктивный тип мочеспускания или нет. То есть, и, кстати говоря, по данному, скажем так, методу, по данным урофлоуметрии, мы можем еще как бы выставлять показания для оперативного вмешательства. Также всем пациентам с аденомой простаты необходимо сдавать простатоспецифический антиген. Это онкологический маркер. То есть все мужчины после 40 лет обязательно сдаются ПСА. То есть, а еще в особенности, если пациент пришел с аденомой предстательной железы, ПСА сдается обязательно тоже. И то есть там тоже есть определенные нормы. То есть ПСА в норме у мужчин должен быть не более 4 нанограмм на миллилитр. Но, например, есть такое понятие, как серая зона, то есть от 4 до 10. То есть многие пациенты, они, например, там смотрят, у него ПСА 6. То есть он начинает бояться, потому что в интернете прочитал, то, что, ну, 4 норма, все, что выше, рак. Но от 4 до 10, это так называемая серая зона, она может быть и при аденоме, и при простатите. То есть и, в данном случае нам еще помогает такой дополнительный параметр, как соотношение свободного ПСА и соотношение общего ПСА. То есть и в норме он должен быть более 15%. Поэтому, когда ПСА в серой зоне, например, там у пациента ПСА 7, и соотношение у него там 17, это уже как бы говорит о том, что, скорее всего, это аденома, нежели онкология. Скажите, пожалуйста, а кто в группе риска находится?
Ну, в группе риска я бы, знаете, назвал бы вот пациентов с отягощенной наследственностью, то есть уже те пациенты, у которых у родителей или, скажем так, у дедушки, да, то есть было данное заболевание. Также это возраст, то есть напрямую, то есть имеется связь от возраста, образ жизни. Ну, грубо говоря, сейчас очень многие, грубо говоря, страдают метаболическим синдромом. Ну, метаболический синдром, скажем так, это симптомокомплекс, который включает в себя, скажем так, много заболеваний. Вот, в основном он состоит из таких параметров, как объем талии мужчин, например. Если у мужчин объем талии более 90 сантиметров, то есть это доказано, да, то имеется риск, ну, грубо говоря, будет риск того, что простата будет присутствовать. Также он состоит из таких параметров, как повышение уровня в крови таких веществ, как инсулин, глюкоза, триглицериды, холестерин и так далее. Ну, например, у меня в Москве была экспериментальная клиническая работа на крысах. Это было в 2017 году. Вот, ну, это была как научная работа. Она называлась «Влияние метаболического синдрома на развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы», то есть надуемого простата. То есть у нас было две группы крыс. То есть одну группу крыс мы держали на искусственном питании, грубо говоря, инициировали метаболический синдром. То есть они получали подслащенную воду, то есть сахар, маргарин, и у них не было вот этого, скажем так, бегового колесика. Вот. А вторая группа крыс, они получали нормальное зерно, воду, и у них была вот эта вот беговушка. То есть, ну, грубо говоря, они занимались спортом, да, как бы того. Вот. И ровно через 3 месяца мы посмотрели, скажем так, ту группу крыс, которая получала маргарин, то есть, ну, которая была в плохих условиях, то есть метаболический синдром якобы. То есть у них все параметры в крови были повышены, то есть у них была высокая глюкоза, высокий холестерин, липопротеины низкой плотности. И более того, то есть, когда мы взяли биопсию из предстательной железы, практически у всех крыс у них были, по данным гистологического исследования, хронический простатит, то есть воспаление предстательной железы. Также объем простаты у них был больше, то есть и, ну, грубо говоря, и вес простаты. То есть это говорит о том, что наш образ жизни напрямую влияет на развитие аденом предстательной железы. Ну, в частности, ожирение в большей степени из всех, скажем так, из всех компонентов метаболического синдрома. Расскажите теперь про современные методы лечения в урологии. На самом деле методы лечения, они зависят от той стадии, на которой пациент к нам пришел. Если это, например, уже, грубо говоря, пациент пришел на 3-й стадии, когда у него уже имеется там острая задержка мочи, то есть мочевой пузырь у него уже как футбольный мяч, он не может мочиться, да, то есть то тогда определенное лечение. То есть мы делаем трокардную цистостомию, то есть, ну, это как первый этап. Либо вводим мочеспускательный канал, уретральный катетер, и опорожняем, да, мочевой пузырь, либо делаем трокардную цистостомию, то есть это своего рода трубочка, которая устанавливается в мочевой пузырь, и вот пациент на ней там, в зависимости от, скажем так, от дальнейшего алгоритма лечения, он будет на ней там либо месяц, либо 2, либо 3, то есть до момента операции. А так, современное лечение, оно делится на консервативное, то есть это при помощи препаратов, и на оперативное, то есть это операции, то есть на хирургический метод. А какие существуют показания для оперативного лечения? Ну, показания для оперативного лечения, в первую очередь, это неэффективность медикаментозной терапии, то есть когда пациент уже очень долгое время принимает медикаменты, мы их меняем, потому что к ним тоже возникает привыкание к некоторым, мы их меняем, это не помогает, то это уже тоже как показания для операции. Потом это может быть острая задержка мочи, то есть или хроническая задержка мочи, то есть когда пациент уже совсем практически вот не может писать. Это также может быть примесь крови в моче, это может быть образование камней в мочевом пузыре, то есть и постоянно персистирующие или постоянно рецидивирующие воспалительные процессы. Грубо говоря, это может быть простатит, уретрит, пиелонефрит, цистит, орхоэпididymis, все что угодно. Потому что очень многие люди думают, что аденома простаты, она влияет только на простату. На самом деле с простатой как бы особо ничего не происходит, она только вот увеличивается. А страдает уже как бы органы мишени, такие как мочевой пузырь и вот мочевой пузырь и почки. То есть, а какие существуют противопоказания для проведения оперативного лечения? Ну, это опять-таки возраст пациента, то есть когда уже вот мы видим, что лучше операцию не делать, чем ее делать, да, то есть мы можем даже как бы немного навредить операции. Потом бывает, когда вот прям, грубо говоря, мочевой пузырь перерастянут, мы понимаем, что если мы даже сделаем операцию, то он уже не сможет сокращаться. То есть, ну, есть такое понятие, как парадоксальная эшурия, то есть парадоксальное мочеспускание.
То есть это когда уже, грубо говоря, пациент, ну, одновременно существует и задержка мочи, и недержание мочи. То есть пациент ничего не делает, мочевой пузырь перерастянут, и постоянно по капелькам уже как бы у него идет моча. То есть это говорит о том, что он уже так ходил очень долго, и мочевой пузырь, то есть он растянулся уже до таких размеров, что он уже не может сокращаться. Поэтому если мы, если мы для такого пациента сделаем операцию, то уже как бы уже, ну, особого смысла не будет, потому что уже сам мочевой пузырь не может себя адекватно сокращать. То есть он, грубо говоря, он не сможет опорожняться. То есть для таких пациентов, то есть, ну, как правило, это вот тракарная цистомия. Но опять-таки все индивидуально зависит от возраста. Если, например, это молодой пациент, есть определенные шансы того, что как-то вот стенка мочевого пузыря восстановится, то тогда да, то есть мы делаем операцию. А если уже такой немножко пациент в возрасте или сам себя уже не обслуживает, тогда это является противопоказанием. Расскажите, а как выглядит послеоперационная реабилитация таких больных? Ну, на самом деле, операций тоже много. Существует, например, эндоваскулярная операция, существует открытая операция, то есть вылучивание аденома. Существует лапароскопическая операция, существует операция при помощи лазера. Но золотым стандартом в лечении аденома предстательной железы это является тур простаты, то есть трансуретральная резекция. Ну, послеоперационный период он выглядит примерно так. То есть после операции пациенту вставляется уретральный катетер, да, то есть до мочевого пузыря, и пациент находится на уретральном катетере примерно несколько дней. То есть количество этих дней зависит от степени примеси крови мочи в мочеприемнике. Как только мы видим, что моча уже светлеет, в принципе, ну, как правило, это происходит на второй-третий день, то мы можем убирать уретральный катетер, и пациент уже, то есть мы наблюдаем, если он самостоятельно размочился, тогда пациента отпускаем. То есть, ну, примерно от 1 до 3, там, ну, максимум 5 дней при современных операциях, то есть при условии, что это выполнена трансуретральная резекция. Расскажите про методы профилактики. Как не допустить это заболевание? Ну, методы профилактики – это, опять-таки, образ жизни, да, то есть регулярные занятия спортом, это питание. То есть, например, есть, грубо говоря, вот, ну, многие знают, что очень полезны есть тыквенные семечки, да, например, или там сельдерей. Почему? Потому что это они являются натуральными ингибиторами такого фермента, как 5-альфа-редуктаза. Вот, снижая этот фермент, мы, грубо говоря, занимаемся профилактикой, да, то есть аденомой предстательной железы. То есть нужно потреблять продукты с высоким содержанием, то есть вот, натуральных ингибиторов 5-альфа-редуктазы. То есть это брокколи, цветная капуста, то есть сельдерей, тыквенные семечки. Вот. Потом, после 40 лет, ну, нужно хотя бы один раз в год, грубо говоря, делать УЗИ предстательной железы и сдавать ПСА крови. То есть это тоже является профилактикой. А существует еще и медикаментозная терапия. То есть медикаментозная терапия, она включает в себя в основном это препараты, вот, которые я назвал, 5-альфа-редуктаза. Но это уже синтетические препараты. То есть к ним относятся финастерид, дутастерид, ну, например, да. То есть мы их назначаем для пациентов, в которых, ну, грубо говоря, увеличена предстательная железа, то есть там, ну, больше 70-80 кубических сантиметров для ее, скажем так, для уменьшения объема предстательной железы. То есть, ну, у них есть определенные побочные действия, например, такие как снижение либидо и так далее. То есть, и поэтому мы спрашиваем у пациентов, например, скажем так, насколько это им важно. Если это им важно, то мы стараемся эти препараты не назначать. Если нет, то мы их, грубо говоря, можем назначать. Потом еще одной особенностью данных препаратов является то, что они через полгода их применения могут снизить уровень простатоспецифического антигена в 2 раза. И, например, когда к нам пациент приходит, и мы, скажем так, не собираем, ну, грубо говоря, ну, либо он забыл рассказать, либо врач забыл спросить про то, принимает ли он данные виды препаратов, и он сдает ПСА, у него ПСА 3, это означает, что у него ПСА не 3, а 6, потому что на данных препаратах ПСА снижается. То есть и мы таким образом можем пропустить, упустить рак предстательной железы, то есть результат может получиться ложно-отрицательным, ну, ПСА имеется в виду. Также назначаем препараты группы альфа-адреноблокаторы, потому что в области шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры там находятся альфа-адренорецепторы. Вот, грубо говоря, данный препарат, он их блокирует, альфа-адреноблокаторы. Это вот там сулазин, например, ну, пациенты знают как Омник. Омник-Окас, Омник, Урарек. То есть данный препарат, они блокируют альфа-адренорецепторы и тем самым снимают иритативные симптомы, то есть симптомы раздражения мочевого пузыря, и тем самым мы снижаем, то есть, такие симптомы, как учащенное мочеспускание, ночные позывы, то есть мы улучшаем качество жизни.
таким пациентам. Еще вот интересный факт, то, что у пациентов с аденомой предстательной железы может образовываться камни в предстательной железе. Это связано с тем, что начиная со второй стадии аденомы простаты, то есть в мочевом пузыре остается остаточная моча, да, так назовем. То есть, и она может быть от 50 мл и выше. То есть, и вот это вот постоянное присутствие мочи, оно говорит о том, что в мочевом пузыре вместе с мочой постоянно присутствуют определенные соли, кристаллы. И со временем они друг с другом соединяются, и может образоваться камень мочевого пузыря. То есть вплоть до 2-5 сантиметров. Условно говоря, пациенты думают, что этот камень спустился с почки, да? То есть с почки такой огромный камень не может спуститься. Это просто говорит о том, что имеется обструкция, и из-за этой обструкции, то есть из-за того, что простатический отдел мочеспускательного канала сужен, то есть и моча не может адекватно туда проходить, из-за этого образовался камень. То есть одним из осложнений является образование камня мочевого пузыря. А расскажите про стадии этого заболевания. Как я говорил, стадии не всегда связаны с симптомами, но тем не менее, то есть есть три стадии аденомы предстательной железы. То есть при первой стадии происходит, мы представим, мочевой пузырь, предстательная железа, то есть функция мочевого пузыря, он должен сократиться, то есть и сокращаясь, он, грубо говоря, опорожняется, то есть и моча выходит. То есть при первой стадии мы можем, скажем так, у пациента имеются такие симптомы, как учащенное мочеспускание, то есть также идет компенсаторная гипертрофия стенки мочевого пузыря. За счет того, что стенка пузыря не рассчитана на, скажем так, дополнительный объем работы, а в связи с тем, что имеется сужение внизу, она должна дополнительно сокращаться. То есть увеличивается стенка мочевого пузыря, она утолщается. Это можно видеть по УЗИ, то есть в виде утолщения гипертрофии стенки мочевого пузыря. Это первая стадия. То есть, грубо говоря, если пациент не лечится или, скажем так, не хочет лечиться, да, то есть на первой стадии при имеющихся симптомах, то она уже потихонечку переходит во вторую стадию. Вторая стадия характеризуется тем, что усиливается симптоматика, то есть учащенное мочеспускание становится еще больше, вместо одного раза ночью он может вставать 5 раз ночью, то есть у него постоянно присутствуют позывы к мочеспусканию. Это связано с тем, что уже в мочевом пузыре начинает накапливаться моча, то есть остаточная моча, то есть от 50 мл и выше. Вот. Если пациент не будет лечиться, то есть не будет обращаться к урологу, все это может перейти в третью стадию. То есть при третьей стадии, то есть уже возникает истончение стенки мочевого пузыря, то есть он начинает, грубо говоря, то есть его сократительная способность теряется. Но это уже начинается и во второй стадии, в конце второй стадии. А на третьей стадии, то есть его сократительная способность, она уже теряется, потому что, грубо говоря, он уже не может больше в состоянии гипертрофии быть, потому что он не рассчитан на такую работу. Вот. И стенка мочевого пузыря потихонечку начинает, грубо говоря, растягиваться, то есть он превращается в атоничный дряблый мешок, неспособный к сокращению. И возникает вот такой феномен, о котором я говорил ранее, как парадоксальная ишурия, то есть одновременно возникает и задержка мочи, то есть и недержание мочи. То есть это происходит из-за того, что мочевой пузырь не может сократиться, он переполнен, то есть там может быть до 5 литров мочи. У меня, кстати, был пациент. Он пришел с жалобой, он говорит, что у меня такое ощущение, что футбольный мяч в животе. То есть я так посмотрел, подумал, скорее всего, аденома. То есть сделали УЗИ, и по УЗИ там было огромное количество мочи. То есть там было настолько много мочи, что УЗИ-аппарат не мог уже померить. Вот. И в итоге мы сделали катетеризацию, то есть и там мы получили 4700, практически 5 литров мочи, это очень много. То есть, и такие пациенты тоже есть. Поэтому, скажем так, понятие нормальности у пациентов тоже оно всегда, скажем так, оно разное. То есть, грубо говоря, кто-то может прийти и сказать, у меня нормальное мочеспускание, то есть, а на самом деле у меня уже плохое мочеспускание. Это происходит потому, что все изменения, они происходят настолько медленно, что на каждом из этапов пациент думает, да-да-да, хорошо. Если бы у него эти изменения произошли за одну ночь, те, которые у него за 5 лет, грубо говоря, произошли, тогда бы он увидел разницу. А так все происходит настолько медленно, что пациенты на каждом из этапов думают, у него нормально, до тех пор, пока совсем уже не будет футбольного футбольного мяча, скажем так. Спасибо вам за информацию. Пожалуйста. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Минздрава Республики, врачам-фельдшерам и всем тем, кто был или будет в перспективе гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. Звоните, пишите, мы постараемся найти ответы на волнующие вас вопросы.
На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы, до новых встреч в эфире.